Добрый день, уважаемые независимые предприниматели Amway. Мы рады, что вы используете все возможности для самообучения и развития и представляем вам еще один источник информации. Это наша онлайн-презентация. Меня зовут Сабина Плиева, я являюсь ведущим тренером направления красота. И в этой презентации я хочу вас познакомить с брендом Beauty Cycle. Полученные знания позволят вам профессионально представлять новый бренд своим партнерам и клиентам и тем самым достигать новых успехов в вашем бизнесе Amway. В этом году во всех странах Европы и в России важнейшим событием стал запуск нового косметического бренда Beauty Cycle. Он уникален тем, что был создан и разработан для наших рынков после тщательного исследования и консультаций с потребителями и независимыми предпринимателями. Новые товары позволят вам заинтересовать совершенно новый сегмент покупателей. Beauty Cycle – это косметическая линия, включающая продукты ухода за кожей, а также декоративную косметику, способствующую сохранению естественной красоты, молодости женщины в любом возрасте. Очень интересна и необычна концепция бренда Beauty Cycle. Средства по уходу за кожей поделены в соответствии с различными природными стихиями – вода, земля, воздух, огонь и цвет. Их назначение – удовлетворять разнообразные потребности кожи в разное время года и на разных этапах жизни. Стихии природы представляют собой очень простую и в то же время емкую метафору, которая поможет клиентам разобраться, какая категория косметики соответствует какому типу кожи, и правильно выбрать те из них, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям. Чтобы лучше понять концепцию пяти стихий, более подробно познакомимся с каждой из них на следующих слайдах. Средства линии «Воздух» обладают антивозрастным эффектом. Эти средства предназначены прежде всего для зрелой кожи, содержат натуральные йогуртовые культуры пробиотики, которые помогают коже повысить уровень поглощения кислорода, тем самым способствуя ее омоложению. Средства линии «Вода» интенсивно увлажняют. Эти средства предназначены прежде всего для нормальной и сухой кожи. Они содержат экстракт анютиных глазок, способствующий как интенсивному поглощению кожи влаги, так и длительному удержанию ее, питая как снаружи, так и изнутри. Средства линии «Земля» восстанавливают баланс. Эти продукты подходят наилучшим образом для комбинированной и жирной кожи. Они содержат специально подобранный минеральный комплекс из магния, меди, железа и цинка, который помогает сокращать поры и регулировать сальные выделения, восстанавливая водно-жировой баланс кожи. Средства линии «Огонь» наполняют энергией. Эти продукты специального ухода подходят для любого типа кожи. Они содержат энергетический комплекс с глюкозамином, который стимулирует обмен клеток кожи, возвращая ей здоровое сияние. Декоративная косметика линии «Цвет» подчеркивает красоту. Этот пятый элемент гармонично дополняет средства по уходу за кожей, завершая полный цикл красоты. Декоративная косметика подчеркнет естественную красоту любой женщины. На слайде представлен портрет наиболее вероятного потребителя продукции бренда Beauty Cycle. Данный портрет поможет вам проанализировать список ваших существующих партнеров и клиентов и выделить среди них перспективных потребителей данной косметики, а также нацелиться на будущих. Основная масса клиентов, которые наиболее вероятно станут потребителями Beauty Cycle, это женщины в возрасте от 22 до 39 лет. Однако эти возрастные рамки не означают, что косметика Beauty Cycle не подходит для женщин более молодого или более старшего возраста. Средства Beauty Cycle также подходят и для мужчин, в зависимости от потребности кожи. Отдельно стоит отметить, что ваши партнеры или клиенты, которые еще не пользуются продукцией Artistry, могут быть потенциальными потребителями косметики Beauty Cycle. В связи с этим бренд открывает отличные возможности развития бизнеса для независимых предпринимателей. А в частности, это развитие клиентской базы. Ведь по статистике около 80% российских женщин пользуются косметическими средствами по уходу за кожей. 98% российских женщин пользуются декоративной косметикой. Помимо этого, важно отметить, что около 80% российских женщин приобретают косметические средства массового сегмента косметического рынка, а линия Beauty Cycle относится к сегменту мастиж. Привлечение новых партнеров, заинтересованных в развитии собственного бизнеса с новым брендом – это еще один момент и еще одна привлекательная сторона нового бренда. Особой перспективной категорией являются молодые женщины.
Совершенно естественно, что когда мы знакомимся с новым брендом, мы задаем себе вопрос, в чем же его преимущество по сравнению с другими предложениями на рынке. Важно выделить следующие основные преимущества Beauty Cycle. В первую очередь, ассортимент продукции Beauty Cycle позволяет удовлетворить потребности большинства женщин. Данные продукты сочетают в себе натуральность ингредиентов и эффективность новейших технологий. Определив основные потребности и тип кожи, вы легко можете подобрать полный комплекс средств в рамках той или иной стихии. Как уже говорилось выше, по статистике 75-80% потребителей выбирают косметику категории масс-маркет. Во многом это связано с доступными ценами на продукцию данного сегмента. Beauty Cycle предлагает актуальное на сегодня соотношение качества и цены. Как отмечалось выше, одним из преимуществ продукции Beauty Cycle является наличие эффективных формул в составе средств. Рассмотрим более подробно уникальный комплекс микрокват, который входит в состав всех продуктов по уходу за кожей Beauty Cycle. Комплекс был разработан эксклюзивно для Amway и запатентован в США. Он включает в себя активные ингредиенты, заключенные в микрокапсулы, которые глубоко проникают в кожу. Для того, чтобы качественно улучшить состояние кожи, убрать глубокие морщины, избавиться от обезвоженности и вернуть зрелой коже красоту и свежесть, необходимо улучшить доставку питательных компонентов в глубокие слои кожи. В каждой линии дополнительно активные компоненты присутствуют в усиленной концентрации. Так, в линии воздух продукты содержат максимальное количество пробиотиков натуральных йогуртовых культур. Все средства линии земля дополнительно усилены четырьмя минеральными ингредиентами. Вода, экстрактом анютиных глазок. Давайте более подробно рассмотрим действие комплекса на следующем слайде. Микрокапсулы – это натуральные липосомы сои, которые глубоко проникают в кожу и воздействуют там, где это особенно эффективно, в отличие от других средств. В состав каждой микрокапсулы входят активные компоненты одной из природных стихий, таких как экстракт анютиных глазок, пробиотик натурального йогурта, минеральный комплекс и энергетический комплекс с глюкозамином. Ежедневный уход за кожей утром и вечером является жизненно необходимым. Есть простые шаги, которые позволят сохранить молодость и красоту на долгие годы. Это очищение, это тонизирование, специальный уход, увлажнение и защита. Beauty Cycle предлагает полный комплекс средств для ежедневного ухода за кожей в зависимости от типа и потребностей. Линии земля, вода и воздух образуют самостоятельные системы для каждого типа кожи, в то время как специальные средства линии огонь и декоративная косметика цвет являются дополнением к ним. Итак, более подробно рассмотрим линию воздух. Еще раз напомню, что продукты этой линии подходят для кожи зрелой. Начнем с очищающего средства. Легкая нежная кремовая формула, не содержащая мыло, удаляет остатки кожного жира без нарушений естественного барьера увлажненности. Комплекс микрокват повышает эффективность воздействия натуральных йогуртовых культур пробиотиков, чтобы укрепить кожу и активизировать ее природную способность поглощать кислород и противостоять появлению видимых признаков старения. Средство наносится на сухую или увлажненную кожу, а остатки можно снять с помощью сухого ватного диска или смыть теплой водой. Тоник для лица помогает укрепить водный барьер кожи, а среди его ключевых ингредиентов – антиоксидант витамин Е, который защищает кожу от воздействия свободных радикалов. Смочите ватный диск тоником и мягкими движениями протрите предварительно очищенную кожу лица и шеи. В утренние часы в качестве завершающего этапа используйте дневной крем для лица. В состав данного продукта входит солнцезащитный фильтр SPF 15, который помогает защитить кожу от старения, вызванного негативным воздействием солнечных лучей, свободными радикалами, а витамин Е помогает нейтрализовать действие свободных радикалов, тогда как витамин В ухаживает за кожей. В результате она выглядит более подтянутой, сияющей и упругой, с меньшим количеством видимых поверхностных морщин. В вечерние часы рекомендуем использовать ночной крем. Витамины А и В насыщают кожу кислородом, а антиоксиданты витамины Е и С нейтрализуют действие свободных радикалов. Глюкозамин и морские водоросли присутствуют здесь для ускорения естественного процесса обновления кожи. Данное средство улучшает упругость и эластичность кожи. Следующая линия – это линия вода, созданная для нормальной кожи, а также кожи, склонной к сухости и сухой.
Кремообразное очищающее средство, не образующее пены, эффективно очищает кожу лица, помогает сохранить уровень увлажненности кожи. В результате она смягчается и наполняется влагой, а остатки макияжа и загрязнения быстро удаляются. Удерживающие влагу элементы, полученные из экстракта анютиных глазок, помогают поддержать нормальный уровень увлажненности кожи. Косметические сливки наносятся на сухую или слегка увлажненную кожу, а далее остатки очищающего средства можно снять сухим ватным диском или смыть теплой водой. Увлажняющий тоник помогает удалить остатки очищающего средства и восстановить нормальный уровень pH кожи. Смочите ватный диск тоником и протрите кожу лица и шеи. В ночное время воспользуйтесь ночным увлажняющим кремом для нормальной сухой кожи. Глюкозамин, морские водоросли и экстракт дрожжей ускоряют отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, чтобы выровнять цвет лица. Такой компонент морских водорослей, как экстракт хлореллы, способствует приданию коже упругости и эластичности. Антиоксидант витамин Е защищает кожу от негативного воздействия свободных радикалов, а витамин В, пантенол, улучшает состояние кожи. В дневные часы рекомендуем воспользоваться дневным увлажняющим кремом для нормальной и сухой кожи. Гиалуроновая кислота и витамин Е успокаивают кожу и защищают ее от потери влаги, а солнцезащитный фильтр SPF 15 помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами и неблагоприятного воздействия солнечных лучей. Формула включает смягчающие компоненты, не содержит масел и легко впитывается, оставляя кожу свежей. Линия «Земля» прекрасно подходит для кожи комбинированной и жирной. Пенящийся балансирующий гель для очищения нормальной и комбинированной кожи содержит компоненты, регулирующие выделение кожного жира – цинк, гомомелис и ивовую кору. Помогает восстановить нормальное состояние поверхностного слоя кожи. Огурец, таволга и зеленый чай обладают успокаивающим действием. В результате кожа выглядит чистой и свежей. При использовании данного продукта рекомендуем сначала сполоснуть лицо водой, чтобы увлажнить кожу. Далее нанести небольшое количество геля на руки, вспенить его и круговыми движениями нанести на кожу лица и шеи, после чего тщательно смыть теплой водой. Балансирующий тоник, регулирующий выделение кожного жира, содержит отшелушивающие элементы, помогающие очистить поры. Салициловая кислота, ромашка, зеленый чай очищают кожу. В результате цвет лица выравнивается и становится более матовый. Балансирующий дневной лосьон с увлажняющим эффектом и солнцезащитным фильтром SPF 15 предохраняет кожу от вредного воздействия окружающей среды и позволяет контролировать выделение кожного жира. Гиалуроновая кислота и витамин Е, зеленый чай и розмарин обеспечивают кожу увлажнение, нейтрализуя жирный блеск. Балансирующий ночной увлажняющий гель – это легкое освежающее средство с долговременным эффектом увлажнения. Содержащийся в его составе витамин Е нейтрализует свободные радикалы, а витамин В успокаивает ее баланс, пока вы спите. Отшелушивающие элементы глюкозамина, морских водорослей и экстракта дрожжей насыщают кожу влагой и осветляют ее. Линия «Огонь» подходит абсолютно для любого типа кожи и является прекрасным дополнением к основному уходу за кожей лица. Увлажняющая маска для улучшения цвета лица восполняет жизненно необходимую влагу в поверхностном слое кожи и улучшает ее структуру. Регенерирующие элементы при взаимодействии с витамином В насыщают кожу влагой, которая мгновенно восстанавливает мягкость и эластичность кожи. Маска наносится на 10-15 минут на сухую кожу лица после этапа очищения, затем смывается теплой водой. 3-в-1 маска-скраб с эффектом сияния возвращает коже здоровый вид в результате воздействия кондиционирующих и осветляющих элементов. Отшелушивающие элементы сахарного тростника, апельсины и лимона отшелушивают кожу, в результате чего она становится более свежей и наполненной новой энергией. Затем мягкие гранулы жожоба эффективно удаляют отмершие клетки с поверхностного слоя кожи. 1 или 2 раза в неделю наносите маску после применения очищающего средства. Для использования в качестве маски можно нанести средство на сухую кожу лица и оставить на 5-10 минут, затем смыть теплой водой. Для использования в качестве скраба нанесите средство круговыми массирующими движениями на увлажненное лицо и также смойте теплой водой.
Крем для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом освежает нежную кожу вокруг глаз и сокращает морщины, темные круги и мешки под глазами, благодаря комбинации витаминов А, В, Е и эхиноцеи. Используйте данный продукт утром и вечером, нанося средства после этапа тонизирования. Восстанавливающий гель для проблемной кожи помогает предотвращать образование поверхностных дефектов. Салициловая кислота и цинк участвуют в регулировании кожного жира, очищают поры и предупреждают образование поверхностных дефектов. Средства наносятся точечно в те зоны, где присутствует угревая сыпь или прыщи. Высококонцентрированная обновляющая сыворотка с витамином С и гиалуроновой кислотой способствует обновлению кожи, улучшает структуру и внешний вид и делает ее более упругой. Кожа становится чистой, цвет ее выравнивается и выглядит она более молодой и здоровой. Наносите 2-3 капли сыворотки на лицо и шею и мягкими движениями по массажным линиям наносите данный продукт, после чего мы рекомендуем использование крема или лосьона. Пятый элемент, элемент цвета, представляет декоративную косметику, которая подчеркнет естественную красоту каждой женщины. Декоративная косметика Beauty Cycle линии цвет включает 9 наименований продуктов, которые помогут вам создать свой неповторимый образ и подчеркнуть индивидуальный стиль благодаря универсальной палитре, натуральным минеральным компонентам и разнообразию формул и оттенков. Легкая стойкая тональная основа с солнцезащитным фильтром SPF 15 содержит минеральные пигменты, которые подчеркнут естественный оттенок кожи, выровнят ее и сделают более матовой. Данный продукт не содержит масел. При выборе оттенка наносите тональный крем на линию скул, так вы максимально точно подберете свой тон. Данный продукт можно наносить пальчиками рук или мелкопористым спонжем. Главное наносить на подготовленную кожу, чистую и увлажненную. Корректор превосходно выравнивает неровности тона кожи, поверхностные дефекты, пигментные пятна. Также его можно использовать в области вокруг глаз, чтобы скрыть темные круги под глазами и на подвижное веко. Чтобы плотность нанесения была более легкой, советуем корректирующий карандаш нанести круговыми движениями на кисть руки плотным слоем. Затем указательным пальцем взять небольшое количество средства и нанести в необходимые зоны, зоны, которые нужно замаскировать. В коллекции имеется 3 оттенка корректора. Рекомендуем выбирать на тон 1,5 светлее тональной основы. Компактная пудра придает коже лица безупречный вид. Прозрачное гладкое покрытие сводит к минимуму блеск и скрывает поверхностные дефекты. Пудру можно наносить кистью, это даст легкий и менее заметный слой, а спонж обеспечит более плотное покрытие и интенсивный цвет. Шелковистые двойные тени для век на основе натуральных пигментов ложатся ровно и гладко и растушевываются без усилий. Прекрасно подобранные парные тени отлично сочетаются, это облегчит ваш выбор. Наносите светлый оттенок полностью на подвижное веко, а более темный тон на внешний уголок глаза, чтобы подчеркнуть их выразительность. Можно использовать как карандаш для век, нанеся более темные тени по линии верхних и нижних ресниц. Автоматический карандаш позволяет очертить более четкую и точную линию и придать глазам больше выразительность. Это особенно актуально для вечернего макияжа. Вы можете выбрать один из 3 оттенков. Нанесите контур по линии роста ресниц мелкими и четкими штрихами, проводя ее от внутреннего уголка глаза к внешнему. То же самое повторите вдоль нижней линии ресниц. Специальная кисточка туши для ресниц прекрасно разделяет и удлиняет каждую ресничку. Протеин пшеницы и витамин В придают ресницам естественность и ухаживают за ними. Наносите тушь, начиная с основания ресниц, двигаясь вверх, от корней до кончиков. Можно нанести один слой для естественного макияжа или 2 и более слоев для более пышных ресниц и создания вечернего образа. Румяна – это также необходимый акцент в макияже. Они сделают ваше лицо более выразительным. Румяна Beauty Cycle содержит минеральные пигменты, благодаря которым они легко растушевываются, обеспечивая безукоризненные нанесения и придавая коже бархатистость. Обезжиренная формула обеспечивает естественный здоровый румянец, который держится целый день и подходит для всех типов кожи. Вы можете кисточкой нанести на яблочки щек румяна круговыми движениями для придания здорового румянца или широкими штрихами на скулы, чтобы обозначить контур лица и сделать его более рельефным.
Стойкая губная помада Beauty Cycle содержит увлажняющие компоненты, которые придают губам мягкость и объем. Данная помада обеспечивает умеренное и полное покрытие, которое хорошо ложится и долго держится. В наличии имеется 18 великолепных оттенков, более естественные тона для того, чтобы вы могли создать естественный вариант макияжа, более яркие насыщенные цвета для создания вечернего образа. Наносите помаду на губы, начиная с внешних уголков и двигаясь к центру. Для усиления блеска нанесите дополнительно блеск для губ Beauty Cycle. Блеск для губ Beauty Cycle придаст больше интенсивного блеска и мерцания. Прозрачная обильная увлажняющая формула придает губам привлекательный вид и ощущение мягкости. Данное средство вы можете использовать как отдельно, так и поверх стойкой губной помады. Для создания эффекта более пухлых губ нанесите блеск для губ в центр верхней и нижней губы. Цель торговой марки Beauty Cycle – всегда быть современной, актуальной и интересной. Новые потрясающие продукты и оттенки каждый год будут появляться на рынке через определенные промежутки времени, способствуя росту марки, а также постоянно поддерживая интерес к ней со стороны ваших клиентов и вас как предпринимателей. В свою очередь, хочу пожелать вам всегда оставаться красивыми, быть успешными и желаем вам удачи вместе с линией Beauty Cycle.